Визирки завершается ремонт фасада клуба. Без презентабельного внешнего вида этот сельский центр культуры напоминает вкусную ароматную конфету в блеклой обертке. А ведь здесь проводят свои репетиции прославленные творческие коллективы. Радует новеньким ремонтом внутренние помещения и центральный зал клуба. Но внешний вид здания долгое время был за рамками эстетических характеристик. Последний ремонт был сделан 30 лет назад. И, конечно же, все увидели огромные изменения, которые произошли. Это так приятно. Так приятно приходить в теплый, красивый зал, когда ничего не падает на голову. Это все ощутили. И приятно, конечно же, работать в таком помещении. Внешняя и внутренняя сторона очень разнятся. Судят же по одежке, да, вот и некрасиво, когда вот люди идут и сразу в глаза падает фасад. Это уже потом они видят зал, красивый зал, который нам сделали. Поэтому ждем, конечно, чтобы такие ощущения приятные были в начале входа в клуб. Местный клуб – самое посещаемое заведение во время праздников и мероприятий «Визирки». 6 собственных творческих коллективов подготовят репертуар к любому торжеству, поэтому концерты здесь всегда проходят на достойном уровне. Последнее время по инициативе депутата областного совета Олега Кутатыладзе сюда стали приезжать и профессиональные артисты. Мероприятия в визирском клубе проходят так весело, что их посещают жители даже из соседних сел. Олег Джумберович это постоянный наш спонсор, и, наверное, никогда бы не проходили мероприятия на таком уровне, на котором они сегодня проходят. Конечно, всем хочется, чтобы такой солидный дом культуры имел соответствующий фасад. Строители пока не выдают всех секретов, но старую обветшавшую плитку они точно демонтируют. Отделка фасада будет композиционно дополнять новую благоустроенную площадь. Во-первых, разработан соответствующий проект. Мы к разработке проекта привлекали как бы людей творческих, которые как бы работают в Доме культуры, также и со стороны художников. Будет фонтан, уже как-то, знаете, для села это не так привычно, а у нас он будет. Это очень, радует, скажем так, и ждем, не дождемся, с нетерпением. Кстати, фонтан появился также по инициативе депутата областного совета Олега Кутатыладзе, который уверен, жители Визирки достойны того, чтобы в свой выходной день выйти на площадь родного села, посидеть у фонтана, пообщаться и послушать красивую музыку в исполнении духового оркестра.